На сегодняшний день я считаю, что приемка до конца не состоялась. То есть есть замечания, которые не сняты. Какие еще замечания? Но вообще, согласно, если мы берем прошлую приемку, то у подрядчика есть 15 дней на устранение. Просто здесь получается часть замечаний он сегодня устранил, часть замечаний остается открытых. Ну, часть замечаний именно по ненадлежащему виду, то есть по чистоте. Вот это строительный мусор, щебенка на газоне. Там ее убрали, где мы ее в прошлый раз зафиксировали, там ее не убрали. По части травы самые серьезные замечания, которые были вопросы по брусчатке, подрядчик их устранил. 1 числа подрядчик должен был сдать готовый полноценный объект. Мы его не принимаем, у нас были замечания. Соответственно, мы даем ему 15 дней на устранение. Мы эти 15 дней даем для того, чтобы подрядчика не штрафовать. То есть мы могли сейчас принять ненадлежащего качества и наложить большие штрафы. То есть подрядчику даем 15 дней на устранение, но все это время у нас идет пеня.